Блин, 3 дня, как я без тебя буду? Ну, Зай, ну, это командировка, ну что я сделаю-то? Да понимаю я все, давай, будь там осторожно, хорошо? О, это вы только посмотрите. Уехала я на 2 дня в командировку, а он и посуду сам моет. Так, Зай, оно грязно, я ж не могу как есть. Грязно, тарелок. Ты чего? Тут и в комнате, я смотрю, прибрано, когда я дома никто не убирает. Да ты чего, я никогда ни в комнате не убирал, да дети. Я им сказал, убирайтесь, они убрались. Ты чего, это, я не буду этого делать. Угу. Опа, он еще и пожрать себе сам приготовил. Я не делал, это бабы, я баб водил. Ты что меня паришь? Какие бабы, блин? Блин, попадос. Ты горишь, какая... Ну, ты долго играть-то будешь, ну? Мне готовить надо. Помоги хоть сделать с ребенком поделку в садик. Кого? Поделку. А с чего я тебе сделаю-то? Ну, я не знаю, с того, что есть дома. А у нас дома ничего нету. Слушай, прояви фантазию свою, а? Я что, побольше голоса было. Ты более энергичнее. Ты что вообще у нас Это что такое? Ну так, подделка. Прикольно же получилось. Встречайте, знаменитый хор «Жестянщики». Малина-то, малина-то моя, самая малина-то, малина-то моя.